Доброго времени суток. Тут все больше и больше разгоняется прособный день. Опять там что-то часы переводит. Давайте попробуем посмотреть, есть ли угроза судного дня. Итак, пока еще вот по энергетике эта ситуация еще не сформирована. Больше пугает, чем это есть на самом деле. То есть не надо сидеть и ждать, что ой-ой-ой, пев-пав, ой-ой-ой, убегай, зайчик мой, да? А вот. И скоро этот статус судного дня изменится. Будет какое-то решение. Вы смотрите, как интересно. Раз, два, три старших аркана. Нет, ребята, ничего не будет в ближайшее время и даже более далекое время. Нет. Даже отодвинется это, ну вот, то есть сейчас где-то там, сколько там секунд, 19 секунд, это будет время отодвинуто. То есть что-то должно произойти. То, что будет неожиданным для всех, но это должно будет произойти, и, соответственно, это вот этот вот процесс, который сейчас стараются нагнать на, по максимуму, да, всех напугать, сами себя испугались и будут бояться теперь дрожать. Этот период подойдет к концу, то есть будет процесс... Произойдет какая-то разрядка, когда мы сможем спокойно дышать и заниматься своими делами, своей жизнью. Нет, в ближайшее время этого не будет задействовано. Ну, таком вот, я имею в виду, масштабном. Я не имею в виду какие-то точечные моменты. Но в масштабе это не будет использовано. Поэтому, как говорится, планета может, мир может спать спокойно. Вот. Может быть, какое-то точечное будет применение, и тогда все скажут, что не-не-не, все, все успокоились, все разбрелись по своим норкам и не высовываются. Поживем, увидим, но масштабного судного дня не будет. Желаю вам всем мирного неба над головой, чтобы все на планете негативное прекратилось, и для людей настала спокойная мирная жизнь, когда можно просто договариваться. Берегите себя, берегите своих близких, и до новых встреч!